Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Вот сегодня я хочу вам показать очередную страну, коллекцию, которая у меня есть. Это банкноты Литвы. Но у меня, конечно, не полная, далеко не полная, но тем не менее этой страны я еще не показывал. Вот видите, в 1991 году в Литве выпустили вот такие вот талоны. Это 0,10 талона, ну как 10 копеек, 20 и 50. Были с надписью талончики и без надписи. Ну, были вот на десяточке еще повтор строк, например, был такой брак. Вот, двадцаточка выходила только с надписью, без надписи здесь не было. Вот 50 выходила с надписью и без надписи. И плюс еще была такая ошибочка одна. Видите, вот здесь вот на банкноте написано «Вертубинис». А редкая банкнота с ошибкой, там написано «Валстубинис». Видите, тоже редкость. Затем по рангу и идет вот такой один талон того же года, 91-го. Видите, это лицевая сторона, это обратная, это без, видите, единичка талон без надписи, а это с надписью, видите, внизу надпись идет, текст. Вот такие ящерицы красивые. Вот герб мы видим, погоня, как в Беларуси был. Вот. Потом у нас идет три талона. Видите, у меня с текстом и только одна троечка. И на этом мои талончики такие закончились. Потому что были еще 5 талонов, 10, 25, 50 и 100. Но в 92-м, видите, выпустили вот такие вот талончики. Вот у меня есть 92-й, видите, они маленького размера, те талоны побольше были. Вот, кстати, обратная сторона талонов тех, видите, погоня, герб в щите. И вот это реверс одного талона выпуска 92-го года. Птички бекасы называются. Потом здесь тоже 10-50 талонов. И следующее у меня вот 92-го года 500 талонов. Видите, тоже с погоней. Ну, здесь мы видим, что бир, медведь. Медведик на 500-ке. Так, следующий выпуск был уже 93-й год. Видите? Тоже талоны. 200 и 500. Там на 500 был медведи. А здесь у нас на 500 волки. А там на 500-ке медведь был. Видите, года разные, картинка разная. А здесь на 200 талонах олени. Видите, цены очень разные везде, как обычно, я вам говорил. И вот в 94-м выпустили уже литы. Своя валюта. Название своих денежек бумажных – это литы. Это Юлия Жемайте. Родилась в 1845-м, в 1840-м. Годы жизни в 21-м она покинула этот свет. Это литовская писательница. Обратная сторона мы видим, видите. Симпатичные банкноты, конечно. Вот 2 лита. Видите, год написан 93-й, хотя и выпустили ее в оборот в 94-м. Это Матеус Валанчус.
года жизни 1801-1875, 19 век. Литовский писатель, епископ. Видите, епископ, скорее всего, католическая церковь. Видите, тоже какой замок красавец. Также мы видим герб. Это 2 лита. Потом 5 литов было. Вот я тут посматриваю в каталог такой в телефоне. Видите, 5 литов. Но у меня нет ее. Йонас Яблонскис. Литовский языковед, тоже года жизни 860-930. Ну, по подписям здесь как бы в свое время разные подписи, но тут разновидов по подписям в принципе нет, потому что есть банкноты, разновиды по годам. Вот видите, отличные купюры, мне очень нравятся. Это 2001 год. Видите, номер какой классный. Ранний номер это раз. И АА серия это два. И год 2001. Хорошая бумажка. 10 лит. Видите, это два летчика литовских. Степонас Дарюс и Статис Геренас. В 33-м оба, наверное, погибли. Но один родился в 96-м, другой в 93-м, позапрошлого века. Литовско-американский авиатор. Ну, подпись здесь одна ставится. Шаркинас, что и 2001 год, и что 2007 тоже Шаркинас. Ну, разницы почти нет. Конечно, вот здесь, видите, справа у нас такая полосочка, и там у нас что-то просвечивается, высвечивается. Здесь ничего нет. Но немножечко видоизменили банкноту. Хотя они давно выпускаются и в разном цвете, в разном виде. Видите, здесь можно сказать, все одинаково. Лицевая немножечко там и год. Может быть, чуть-чуть защита другая. Вставочка есть для слабовидящих. Есть, ну вот. Так вот, но зато года разные, цены разные. Вот это $20 по каталогу, это $10. Я вот вам еще хочу, еще во времена талонов их выпускали. Вот хочу показать. 93-й год. Вообще по-другому вспомнена банкнота. Вот 97-й год. Тут видно и фуражки разные немножечко, и картинка разная. Ведь этих у меня нет, по 20 баков. И вот 91-й, видите, как много всего еще нужно. Вот 10 лит 91-го года, видите, $100 такая бумага стоит. 10 лит, но у меня нет. И это $100. Видите, сколько выпусков, все разное. Разновиды всевозможные. Вот даже 1000 литов, видите, цены не стоит даже. Так что начало коллекции положено, а вот нужно дальше двигаться. Потому что цены, видите, 100 долларов. Все бумаги, почти все $100, а это $500, вот так вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был канал Мир Денег, Олег и Ко. Меня зовут Олег. До свидания. До встречи.